Мой райончик. Мой. Шмель, дай, короче, десятку. Завтра пятнашку. Ты мне еще двадцаточку торчишь. За что? За сказанное. Да-да, тяжелый, зараза. Ну все, для таких вещей есть настоящий мужчина. Короче, здесь жди, понял? Воу! Я тебе быстро помогу. Я сама все соберу. Женщина в ярости — это страшная сила. Эй, лохи, где мой пакет? Ты что, глухой, что ли, а? Где мой пакет? Сосед, купи ему пакет какой-нибудь. Да вот пакет какой-то. На, держи пакет. По деньгам ходите, ребятки. Возможности своими ногами раскидываете. Да я своими ногами много кого раскидываю. На спорте, что ли? Я вообще бесстрашный боец ММА. Могу насмерть стоять. Ну, могу и не стоять. Ну, по ситуации, короче, обычно. Да? Держи двадцатку по-братски. В ММА тебя продвину. Телефон дай свой. Держи. Спахнитая полка. Номер, диктуй. Да это Double Apple, на ходу загружается. Диктуй давай. Смотри еще как могу. Ты его номер знаешь? Ага. Диктуй и мой запиши. На связи. Поход на рекорд, братан. Чувствуешь, как поперло, да? Потому что с кастетиком не пропадешь. Че, семерка, что ли? Сосед, давай, зафоткай меня, короче, снова семерка. Давай. Походу, он не работает. Че, подразрядился, да? Ну, давай тогда на твой фоткаем. Че, подлавливаешь, что ли, меня? Семерка, это сам посмотри, блин. Пятерка. Семерка. Пятерка. Семерка. Пятерка. Семерка. Пятерка. Короче, ладно, пойдем к шмелю. Порежем, блин. Что-то он еще больше распух, он в дверь даже не пролезает. Здорово, Шмель, что, не пролезаешь, да? Можно? Ты меня просто убиваешь, блин. Ты что ты делаешь со мной, Белу? О, так, кстати, попроще с ним общаться. Глаза мне только не попадайся. Держи вот. Двадцатку держи вместо пятнашки. А чё двадцатку? Да мы тут тему, короче, нащупали. Вон, тачку взяли, дай покажу. Вон, смотри, новая. Семерка. Пятерка. Дал? А чё за тема? X2 называется. Два раза за сутки умножает. Ставки, что ли? Ну, типа того, короче, с ММА связано. Ладно, давай, пока. Главное, в глаза, блин, не смотри. Кассет, стой! О, смотри, жужжит сюда. Слышь, да ты не шмель, ты колобок, блядь. Это что это? Это ж ты не бежишь, а катишься. Че хотел, Гадоля? 40, завтра 80 отдашь. Без проблем. Гавар, выходи, я бабосы принес. Ты че орешь-то, блядь? Че орешь, блядь? Че ты? Я тебе бабосы принес, вон. Скажи. Да ладно, 40, да? А чё так много? Да у меня теперь бабла немерено, я там одну темку нащупал. Чё за тема? Вон мы все, короче, тачку взяли. Дай телефончик, сосед. Вон, смотри, бэха семерка, дал? Да ладно. Пятерка. Да. Хочешь покататься? Давай, ключи. Блин, прикинь, ты в других штанах оставил. Сорян. Тачка где стоит? Ты же знаешь, мне ключи не нужны. А где мы с тобой запарковали-то? Ну, у этого магазина, там, у гаражей. Смотри, как побежал. Кастет, ты чё мутишь-то? Ты лучше время скажи с кухом. Почти 5. Блин, я ж там тему романтично придумал. Давай, за мной. А Гавр как? Да хер с ним. И чё мы ждём? Да тихо ты. Сейчас все узнаю. Давай. Опа, нифига! Лови его! Ты че, стоп, ты трогаешь, я не пал! Че трогаешь? Че
что, за принтер прощаешь? Да, ага. Прощаю. А зовут тебя как? Алиса зовут. Ну, прикольно. А у него сестра нормально поживает. Очень приятно. Взаимно. А что, завтра идем? На свиданочку. Ну, можно. А во сколько? Ну, 5. Слышь, тут твой тип! По тапкам дал! Не, ну это любовь! О, каскет! Сестре привет передавай! И Гавр! Походу ГТО сдают. Ха! Гаврилов, ты видел, куда побежал? А что случилось? Да, угловые управы тачку угнал. Красавчик! Кастет, ты куда? На встречу опасного! Знаю я твои встречи. О, Гавр! Передай Кастету, с него 100 тысяч. Ого! Еле договорился с этим интеллигентом. Если завтра денег не принесет... Ухо отрежешь. Два и съем. Вот это попадос. Передай своему дружку, что я вас сегодня жду у себя. Кастет! Кастет, нет! Суки!